На что может повлиять один шаг, когда ты идешь по дороге из Мекки в Медину? Ни на что. А вот сумма шагов влияет, естественно. И это один еще шаг, но тоже выразить наше мнение и отношение к этому антиконституционному закону. А сколько писем сегодня передается? 11 тысяч, плюс еще индивидуальные. Но самое главное сейчас, ближайшее мероприятие, это 6 июня, когда будут парламентские слушания, и надо будет прийти туда и попросить, чтобы наших представителей пустили в зал. И если соберется несколько тысяч человек, то они не смогут нам отказать. Кроме того, 2 июня будет большой круглый стол в Московской городской думе, юридический круглый стол, где будут юристы. И они обсудят и разъяснят все положения, которые делают этот закон неприемлемым даже с поправками. Потому что этот закон нельзя принимать ни в каком виде. Он в основе своем нарушает Конституцию Российской Федерации, статью 35, прежде всего, о частной собственности.